учителя, наши учащиеся 7 А класса и 7 Б класса, которые сегодня должны выдержать творческий экзамен. Творческий экзамен предполагает, что вы сегодня проявите самые лучшие свои качества. Во-первых, вы покажете, как вы можете участвовать в драматических произведениях, как вы исполняете какие-то песни, как вы танцуете, и самое главное, как вы можете работать в команде. Сегодняшняя наша сказка, она такая незамысловатая. Но то, что мы попытались ее сделать и делаем ее с настроением, я думаю, вам тоже принесет удовольствие. В зрительном зале я попрошу, во-первых, выключить мобильные телефоны, пожалуйста, как во всех театрах мира. Вот. И, пожалуйста, сохраните тишину, потому что ребята у нас еще не профессиональные актеры. Итак, мы начинаем. Thank you.
как защита, так нырок и готовность для удара. Ау! Вам, царевна, я не пара. Каратэ я понаслышке, победить могу лишь мышку. Вот в гимнастике признаться, я могу с любым тягаться. И прыжок, и гибкость спинки, тут не надо мне разминки. Пропадает вся нервозность, бац и в позе грациозность. Не нужна мне грация, коль решила грация. Ручить хожу полкана, чтоб не спавался так яно. Надоел жених липучий. Ну так выбери получше. Из кого? Я тут одна. Что мне странная спина, грациозность? Грубый бой, помимо я с тобой. Общество его не мед, это даже кот поймет. Вам бы в общество другое. Интересно знать, в какое? То, в котором нет противных, тут ленивых, не спортивных. Yeah.
Опять пела? Ох, и дело! Я сижу, как заперти, не уйти и не войти, свои годы в туне трачу, не пою я это, плачу. Слезы девушкам к лицу, клялся твоему отцу, не оставлю участия. Ждет тебя забава счастья, слава, день, слава. Ах, несчастье, забава, выйдешь там после Балкана, будет жизнь вполне скота. Скота будет волкаш, а мне жизнь нужна, как чаша. Так что ты имей в виду. За Балкана не пойду. Он завидный шепешок, денег будет шепешок. Не пойду, я вам сказала, хватит вам пройти. Знаете, радуйтесь, Анна, я уже не буду Ивана. Он дороже денег стоит, он корабль летучий строит. Прилети на нем за мной, что Балкан с его казной? Ты ведь знаешь, что Балкан, коль на нас как домофан, а вот и сам Балкан. Я коронован, рядом забава, новые деньги, новая слава, новые земли, новые связи, вот оно, счастье в князе из грязи. Ах, если бы сбылась мечта моя, какая жизнь настала бы тогда? Ах, если бы моя мечта сбылась, какая жизнь бы началась? А вот полкан. Приготовлен к капкан. План я более объявляю. Объявление не желаю, но встал уже. Вот забава твой жених. Я сказал, и все, конец. Завтра встанешь под венец. Это и полкану ясно, что я замуж не согласна. Ну что делать, ваша воля, знать моя такая доля. Ты о ней не пожалеешь. Что пожнешь, что и посеешь. Будешь очень ты богатый. Всю тебя обсыплю златом. Все исполню прожить, лишь забава прикажи. Прикажу, имей в виду, замуж за того пойду, в ком проявите старание, выполните мои желания. У меня восторг, Денис, говори. И хочу корабль учить, чтоб летал он выше тучи, и пойду лишь за того, кто построит мне его. Ну, такого не бывает, даже слушать не желаю. Как желаешь, милый мой, стройки стану я женой. Это как же? Это что же? Илья не вышел рожей, и пуста моя казна отказала мне. Как полкаша отказал, столько корабль она сказала. Был во всех концах земли, не летают корабли, только плавают и тонут. Я слезой твоей взор, и веди тебя и взор, потому что ты хороший. Я тебе открою тайну, от нее узнал случайно, что Иван корабль строит. Ты его спроси, что стоит? И материал, работа. Вот мы дали мне охота выезжать, поговорить, чтоб чему-то посмотреть. Я смогу корабль купить, силу смогу добыть. Эй, стража! Никого не пожалею, но забаве быть моей. Куда идет король? Кто тут прячется во тьму? Как не прячься, я найду. Я не прячусь, я ныряю. Эту прорубь проверяю. Эту прорубь? Ты больной? Нет, я просто... я водяной, поговорил кто со мной, а то мои подружки, пиявки, да лягушки, фу, какая гадость, эх, жизнь моя жестянка, да мы ее волокна, живу я как богатая.
да ну ее волна. Живу я так, пока. Может, спляшем под горной?
еще немножко. Давай!
что испытали. Они такие молодцы. Хотела я сказать им личное большое спасибо. Я думаю, все ко мне присоединятся за такое прекрасное выступление. Спасибо, ребята, большие умницы. Может быть, кто-нибудь из зала, родители, хочет взять микрофон и сказать вам слово. Дорогие ребята, спасибо вам огромное за ту чудесную сказку, которую вы нам показали, за настроение, которое вы нам создали. Было все отлично, прекрасно. Мы были бы детьми, вещали бы, аплодировали тоже. Спасибо огромное. А теперь учащиеся 7 А из их класса хотят поздравить тех, кто им помогал. Цветочки так делать.